Щусик, Григорий Александрович, Большемуртинский. У нас несколько сибиряков, в том числе красноярцы, именно штурмовики. Штурмовики — это те ребята, которые, это самые, скажем так, самые ценные, скажем так, в пехоте люди, которые, это самые подготовленные, самые бесстрашные люди, которые первые заскакивают в окопы противника или первые идут, заберут как бы укрепрайон противника. Да? Вообще с 10 марта нахожусь в зоне боевых действий ДНР, Донецкой Народной Республики, сейчас, наверное, Донецкая область уже называется в составе России. Она... Меня приняли в состав добровольческой бригады «Пятнашка», как бы, и в составе штаба, да, как бы поручили заниматься как раз вот, вот этой деятельностью. Снимать фильмы о наших ребятах на передовой, ну и выступать-то в том числе там, на некоторых центральных каналах, как подготовленный там боец. Вот здесь выступили на призывном пункте перед призывниками. Завтра у нас с коллегами общение, журналистами, Союзом журналистов Красноярского края, и, я так понимаю, коллеги, кто придет. Тоже дальше то же самое выезжаем Лесосибирск, то же самое выезжаем в Енисейск и заканчиваем в Норильске. По-первости, конечно, вам придется работать с пресс-службой, с ними тяжело, потому что самое вкусное они себе забирают, ну иногда и центрально возят. Заводить связи, знакомиться, работать, искать свои сюжеты, как бы стучаться, ну, как обычно журналист, его форточку выкидываешь, он в дверь лезет, да, как бы вот лезть, искать, заводить связи и работать дальше. Я восхищен городом, сколько огромный путь он прошел. Ну, и особенно меня порадовал, ну, не то, что порадовал, как-то я обратил внимание, что очень вежливый народ красноярский, какие-то все вот они продвинутые, все вежливые, какие-то, знаешь, люди вот такие стали, то есть не улыбаются, улыбчивый народ.